В Британии депутат уснул на дебатах о Брексит. Депутат от консервативной партии Великобритании Десмонд Свейн так сильно склонился в одну сторону во время сна, что, кажется, он вот-вот упадет. Депутат от консервативной партии Великобритании Десмонд Свейн заснул во время дебатов о Брексит, которые транслировались в прямом эфире. Видео с задремавшим депутатом опубликовал телеканал Sky News. На кадрах видно, как Свейн дремлет под монотонное выступление проевропейского члена парламента Кина Кларка, который представлял доклад по Brexit. В тот момент, когда коллега в очередной раз повысил голос, консерватор проснулся и сделал вид, что внимательно слушает выступление. Позже Свейн извинился за этот инцидент и объяснил, что ежедневно просыпается в 5:30, чтобы покататься на велосипеде и проплыть четверть мили в бассейне, поэтому на заседании устал. Ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассмешил журналистов реакцией на неожиданный телефонный звонок во время пресс-конференции. По материалам сайта news.com.